Дорогие друзья, уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником Днем Воздушного флота. Россия по праву является ведущей мировой авиационной державой. Благодаря вам вы обеспечиваете самый безопасный, комфортный способ перемещения пассажиров по нашей бескрайней любимой родине России. Вашим трудом сохраняются авиационные перевозки, инвестиционная привлекательность отрасли, внедряются новые авиационные услуги и инфраструктуры. Разрешите в этот день пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, удачи вам и вашим семьям, чистого неба и мягких посадок. Ну а нашим пассажирам, безусловно, приятных, безопасных полетов и крепкого здоровья. С праздником, дорогие друзья!